Всем привет, на канале Мусалим. Сегодня в работе у нас Kia Ceed. На полную шумоизоляцию. Автомобиль разобрали. Сейчас будем подготавливать поверхности, все обезжиривать, пылесосить, вымывать. Пока краткий обзор по штатной шумоизоляции. Разобранный багажник. Такая полоска видна на арке. По стороне водителя тоже небольшой кусок. Крылья практически голые. Небольшой там квадрат прилип и все. И минимально завибрен пол багажника. Вот такая картина у нас в разобранном багажнике Сида. Сид универсал у нас в работе. Так, разобран салон. Ну, салон более-менее завибрен. Есть, конечно, много участков необработанных вибро. Но, тем не менее, неплохо. Все дополнительно проклеим. Автомобиль будет комфортно. Разобраны двери на авто. Передняя дверь. Задняя дверь. Задние двери, две полоски вибро. В верхней секции есть. Внизу ни кусочка. Передняя водительская дверь. Вообще не обработана ничем. Вот такая вот огромная дверь. Большая площадь. Необработанного металла. Звучит все это, конечно, как барабан. Ну и потолок авто. То же самое. Такая вот площадь. Ничем не проклеена. Все исправим. Приступаем к работе. Закончили проклейку Kia Ceed виброматериалами. Проклеили багажник. Работаем в данном автомобиле по программе Шумок. Проклеили крылья, арки. Арки проклеены усиленным материалом. Наиболее шумные места автомобиля. Материал предварительно разогреваем. И при проклейке все прокатываем валиком. Упаковали багажник. Готов также салон автомобиля. Максимально сняли вибрацию со всех элементов. Все тщательно проклеили, прокатали. Так теперь у нас выглядит салон. И готовы 4 двери на авто. Внутренняя поверхность двери. Проклеили вибро. Так, теперь у нас уже не звенят двери. Глухой звук. Уже хорошо. А это только первый слой. Продолжаем работу. Закончили проклейку Kia Ceed шумопоглощающим материалом. Проклеили багажник, арки, крылья, днище багажника. Все тщательно проклеено. Также проклеили салон. Все сплошным ковром. Материал клеится по всему салону. Вот такой вот получается у нас вид. И готовы 4 двери. Заклеим щиток шумопоглощающим материалом. Все 4 двери также готовы. Все, будем собирать автомобиль. Закончили сборку Kia Ceed после полной шумоизоляции. Весь пластик, все детали сидят на своих штатных местах. Никаких следов сбора-разбора автомобиля не оставляем. Антискрип дверей делаем в подарок. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии под видео. Всем пока!